Жительница дома 33 по улице Дачной Юлия Мантрова проживает вблизи объектов социальной сферы – детского сада, школы и поликлиники. Рассказывает, что раньше пешеходные дорожки были далеки от идеальных. Для удобства жителей, школьников и их родителей тротуар на этом участке пути начали приводить в порядок. Здесь был не самый благоприятный тротуар для хождения, для прохождения. Разбитость была, да. Периодически там что-то делали, но это не было так хорошо. Я надеюсь, все сделает, все будет хорошо. После снятия старого покрытия по улице Чернореченской на участке от улицы Клинической до улицы Киевской подрядчик разровнял основание под тротуар, по бокам установил новый бортовой камень, провел отсыпку основания высокопрочным щебнем новой марки. На завершающем этапе будет уложено современное асфальтобетонное покрытие. Применять будут смесь А5ВЛ. Все работы на объекте проводятся с применением современных материалов, поэтому специалисты рассчитывают на повышение эксплуатационных характеристик и, соответственно, увеличение срока службы объектов. На данном объекте идет подготовительные работы. Скоро закончим. Сейчас идет основание из щебня. На следующей неделе будем уже устройство асфальтобетона. Справиться с поставленными задачами на данном объекте подрядчик намерен до конца следующей недели. Всего в этом сезоне в Самаре запланировано отремонтировать тротуары на 36 объектах. На 24 работы уже завершены. В преддверии 1 сентября особое внимание было уделено дорогам и тротуарам вблизи учреждений образования и социальной сферы. Сейчас работы согласно муниципальным контрактам продолжаются и на следующих объектах. В каждой локации организован контроль качества выполненных работ. Контроль качества также у нас осуществляет МБУ дорожных хозяйств. Он осуществляется так же, как и при ремонте тротуаров. Отбираются керны, проверяются на прочность все материалы, присутствует лаборатория качества. Все то же самое, как и при дорогах. Обновление тротуаров в Самаре проводится во всех внутригородских районах. С этого года работы организованы по подпрограмме «Ремонт тротуаров в городском округе Самара». Она является отдельным направлением муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» с отдельным финансированием, благодаря решению главы Самары Елены Лапушкиной. На данные цели в этом году из городской казны выделено более 65 миллионов рублей. Перечень тротуаров, подлежащих ремонту, сформирован на основании обращений жителей, депутатов городского округа Самара, руководителей объектов социальной сферы. Ремонт тротуаров, включенных в перечень обновляемых в текущем году, планируется завершить до конца дорожно-строительного сезона. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.